Цеку завода в Кишиневе переименована в улицу Алексея Бельского с юридической точки зрения, а не с шарлатанской, пишет в своем блоге лидер социалистов Игорь Дадон. Что касается голосования муниципального совета от 17 сентября, все очевидно. Последнее принятое решение является единственным юридически действительным. Последнее проголосованное советниками решение, в том числе и либералами, аннулирует все прошлые решения. Юридическому шарлатану Киртуака стоило бы знать эти элементарные вещи, сообщает Дадон. Он пишет, что не знает, где мэр научился подобным стратегиям – в Сорбоне или играя в карты с дядей Мишей. Но предполагает, что объединение Молдовы с Румынией тоже попытаются провести, прибегнув к помощи тузов из рукава. Накануне муниципальный совет Кишинева принял решение о переименовании улицы Кузовода в Алексея Бельского. Мэр Дарин Киртуака сообщил, что оно не имеет юридической силы, потому что в столице уже есть улица с таким названием. На вопрос, почему он не сказал социалистам об этом раньше, Киртуака ответил: «Может, еще им кашки с утра нужно было подать, чай в полдень, компот и чорбу?» Тот факт, что либералы-унионисты – рядовые юридические шулеры и шарлатаны, было известно уже 2-3 года назад, со времен продвижения ими политики туза в рукаве. Однако вчерашняя выходка Киртуака превзошла всю его прежнюю наглость. С инфантильной улыбкой Киртуака похвастался тем, что голосование в Кишиневском муниципальном совете было всего лишь фикцией, а 26 муниципальных советников – это всего лишь марионетки в руках генерального примара Кишинева. Итак, начиная с этого дня, с юридической, а не шарлатанской точки зрения, улица Юан Куза подлежит переименованию в улицу Алексея Бельского, и партия социалистов позаботится о соблюдении и исполнении закона, заключил лидер партии социалистов Игорь Дадон.